Всем привет, ребят, с вами Мистер Банка. Сегодня записываю уже второй видосик. Сегодня у нас уже воскресенье. Скидочки на МПК. Выйдет тоже небольшой видосик. Прокачаемся. Посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю, солью не все или все. Сейчас будет видно. Потихоньку будем прокачиваться. Начнем с барсука с первого. Планировал я где-то по 45%. Не знаю, сейчас будет видно, сколько мы сольем вообще на это все дело. Так, 45-й. Это все модули, что я вчера купил. Ну, типа вот этого. Сейчас еще посмотрим. Так, где-то был еще не фуловый. Так, вот этот барсучок мы поставим на прокачечку, тоже так же самое. Хороший модуль для игры на ареночке тоже в ББП. Если у кого нету, приобретайте полезный модуль дровосека. Дровосек качается у нас до 45, этот качается до 50. Не имеет столько рез от вулкана, но это не проблема. Сейчас вулкан особо не рулит. Так, 45. Слили уже 300к. Так, это на прокачку ставим просто, без ускорений. Скидочка очень хорошая, 50-70. Так что прокачивайтесь тоже. Тоже на прокачку ставим. Не особо полезные модули, но ставим на прокачку для фула чисто. Кристаллы есть, не знаю сейчас. Может, и оставлю какие кри. Может и нет. Сейчас посмотрим. Особо, если честно, не хочется делать все модули full. Они мне по сути не нужны. Можно и оставить что-то. Всякое бывает, ивенты, все такое выходит. Вдруг пригодятся кри. Так что, думаю, что мы оставим. Сколько солью, столько солью. Так, этот модуль тоже 45. Это ставим на прокачку. Это модуль чисто для медиума. Ну ладно, 45. И потом по одному шагу на каждой скидке, в принципе, ничего сложного, чтобы прокачать. Ничего сложного нету в этом. Для меня так точно. Так, 45. Сколько я слил? Походу только 1 миллион пока что. Вот этот модуль можно было сделать фул, ну ладно. Так, этот модуль мне не нужен. Бесполезный модуль в наше время, так как резист от вулкана, ну, по сути, не нужен вообще сейчас. Так, этот фул, это 46. Ставим на прокачку. Ставим это тоже на прокачку. Вот это еще один, который вчера купил. Модуль Пикассо. Не знаю, понадобится он мне, не понадобится. Кто-то говорит, что иногда заходит где-то. Будет видно. Прокачаем. Пока в рандоме мне вообще не надо модули, по сути. 25-ка есть. Мне, по сути, и не надо. Так, этот на прокачку. Этот тоже на прокачку. Этот хороший модуль относительно полигона. Но если бы не было бы там вулкана, а было бы что-то другое, было бы еще лучше. Я так думаю. Если был бы, например, гром какой-нибудь, жига-гром арта для полигона, это вообще было бы супер. Но имеем то, что имеем. Так. 45. На шаг. И все. На этом у нас модули закончились. Так, тут точно дальше ничего качать не будем. Ну что мы делаем? Кристаллов много осталось. Надо потихоньку еще прокачаться, нет? Я думаю, что надо. Что мы делаем? Ускоряем, ставим, ускоряем, ставим. 47, подогнали. Что мы делаем здесь? Этот, наверное, надо было бы и фул делать. Нет, подождите, где он? Модуль дровосека, вот он. Так, может его и фул сделать?
Ладно, по 47. Дальше будет видно. Так, этот 40. Подожди, сколько я поставил? 46. 47 на 13. Так, и где этот? Тут тоже надо на 13. Сейчас кристаллы уже побыстрее начнут уходить. Так, этот фул, фул. Так, эти фуловые у меня модули. Так. 13. Так, это все верно, походу, да? Это так, да. 47, 48 качается. Так. Ну, в принципе, можно так и все сделать, нет? Я думаю, да. Этот модуль, по сути, мне не нужен был, ну ладно. Пусть будет. Иногда пригождаются. Тоже ставим. И этот ставим так же само. Да, все верно. 47, 48. Тут тоже ставим. Кристаллы уже побыстрее начали уходить. Я думаю, ближайшие скидочки мы так и потихонечку и докачаем, возможно. Еще будут скидки на 8 марта, поэтому думаю, что нету смысла сейчас сливать мне все под ноль. Я оставлю Крис, и вдруг что-то стрельнет. Всякое бывает. Всякое бывает. Оставлю. Так, этот надо больше прокачать. Оп. Так, это есть. 47, 47. Так, это тоже. Это хороший модуль, я бы его бы сделал уже давно фулл, если бы у меня не было 25 от всего. Это точно было бы так. Так, это что? Тоже надо на прокачку изменить. Так. Модуль изумруда бывает тоже нужен. Не так часто, конечно, но бывает, заходит. Ой, как быстро кристаллы начали-то уходить. 3800. Это на шаг. Добавляем. Так, это тоже у нас так же самое. Ну, чтоб тогда все вместе у меня качалось сразу. По одному шагу буду, и получается, что все подогнал под один и тот же процент. Будет так красиво. Все сразу разом. Будет фул. Ну все, 47, 47. 47. Нигде ничего не пропустил. Проверю. И все будет у нас тогда чики-пуки. 47. 47. Так. Тут тоже 47. 47. Посмотрите, сколько в модуле будет фул. Это же ужас. Можно было бы, конечно, все выкачать, но не вижу в этой особой нужды. 48% или 52%. Опачки, а вот этот я и пропустил. Хорошо, что проверил. Один шагом плюсом. Так, это есть. Так же самое все. 47. 50. 50. Это фуловые. И 47. Все, ребят, всем спасибо, что посмотрели это видео. Немного прокачались. Если вы еще не прокачались, тоже прокачивайтесь. Очень нужная вещь в этой игре. Не тратьте попусту кристаллы. Всем спасибо. Всем пока.